такая хронология декабря, 79-го. На 16 парней мы в спецназ все одеты. Нету братства тесней, и святей его нету. Отпустили усы, мы здесь все иностранцы, хоть щедрук и носи, не похож на афганца. Слышишь, брат, тарарам, 6:15 начало, 36 килограмм, как сигнал прозвучало, и пошли полоскать с чердака и до входа, смерти нам не искать. Нынче смерть вошла в моду, повязали Якуба, завалили Якуба, повязали министров, было тяжко и туго. Вот бы спирта канистру, но военный трофей, лишь бутылочка скотча, пора да всем налей, даже тем, кто не хочет. Но военный трофей, лишь бутылочка скотча, пора да всем налей, даже тем, кто не хочет. Вот горячка прошла, по дворцам мы гуляем, о Сибири родной и о милых мечтаем. Хоть генштаб весь в крови, мы пред Родиной чисты, ты за смерть не кори. А в просвет этот глистый, хоть генштаб весь в крови, мы пред Родиной чисты, ты за кровь не кори. А в просвет этот глистый стало ясно теперь, к нам судьба благосклонна, в группе нету потерь. Мы уходим колонной, не забудем кабу, тот декабрь не забудем, как бы ветер ни гнул. Верны братству мы будем, а 16 парней, мы спецназ все одеты, коль велят, повтори, мы готовы на это. На 16 парней нас мотает по свету, нету братства тесней, и святей его нету. Это про генштаб. Теперь по самому Амин Таджбек Кабула. Там тоже было веселье такое. Два раза подымались, два раза совещались. Спецназ сидел, спецназ молчал. Потом взяли, это сразу, правда, погиб при штурме первый герой Советского Союза посмертно, полковник Бояринов, командующий КОС, основным составом. Ну, а потом охраняли уже Бобрака. Песня о том, значит. Ну, барбанист, знаете, уже объяснял как-то. Наплевать по барабану, пофигу. Хватались много афганских слов на Пуштундаре. Я нужно, не нужно вставлять. Так что извините за много иностранных слов. А вот уже все давно ящики связали, отходную провели, самолета ждут. Только нас, порвани, снова не пускают, срочно нас во дворец к Бобрыку ведут. Во дворце нас поселили мрачные хоромы, где от холода нас не спасал камин. Только нам, парванист, мы с холодом знакомы, и к тому же помог с водкою Амин. С автоматом стоим 3:12, с президентом едим плов, манты, изюм. Только нам, парванист, все хотят смеяться, а во дворце ж, как назло, ни одной ханум. Уникальные ковры топчем мы ногами, серебро и хрусталь прочно в быт вошли. Только нам, парванист, мы ковры видали, и прицеленный огонь по мрамору вели. Перед сменой пьем, аж Рябинин злится, не дает стакана подержать в руке. Ну а нам, парванист, коль хотим напиться, водку можно разлить и в каменном мешке. Ну а если хотим мы повеселиться, кишмишовки попьем, лезем в Жигули. Нам тогда, парванист, в нас автобус мчится, но пуштуну не совладать с наглостью Ильи.
После трудных боев долго отдыхали. Скоро мы из дворца ноги унесем. Нам теперь парванист. Опа. Нет, коли есть Афгани, мы с тобой, подожди. Нам тогда парванист. Коли есть Афгани, мы дубленками все ящики забьем. Лишь бы только в Москве нас не забывали, терпеливо приказ дома подождем. Нам теперь парванист, где б не указали, мы любому главе бошку оторвем. Потому вымпел и перестал быть вымпелом. Прям с бессмертных слов Горбачева, сходящего по трапу с Фороза. Я думал, профессионалы спасут Россию, а оказывается, это страшно. И все. И кончилась диверсионная разведка.